Медали и дипломы, а главное – новые знания искитимские педагоги привезли с различных конкурсов и форумов. А еще доказали, что не только профессиональные качества на высоком уровне, творческие способности педагогов 12-й школы оценили в Абхазии. Всем искитимским педагогам тоже огромное спасибо. Вы делаете большое дело, вкладываете в детей свои знания, навыки, умения, душу. Год педагога и наставника в Искитиме отмечен как насыщенный. Проходило много мероприятий, направленных на укрепление статуса учителя в обществе, поддержку и привлечение молодых кадров. Тесно работали с родителями. Этот год, он на самом деле очень плодотворный. Очень много мы уделяли внимания нашей педагоге и наставнику в целом обучению наших педагогических работников, особенно в плане коррекционной работы. Это тот блок, который для нас очень важен, и как его проводить, всегда очень много вопросов, было проведено очень много консультаций, семинаров, различных мероприятий, очень интересных, традиционных, как с педагогами, так и с родителями. Одна из главных проблем – нехватка кадров. Сегодня в городе недостаточно учителей математики, иностранных языков, начальных классов. Дефицит кадров существует, и он, к сожалению, существует уже не один год. На сегодняшний день дефицит кадров становится уже системной проблемой. Проблемой, к решению которой подключаются не только муниципалитет, местные власти, но еще и регион, Министерство образования, потому что эта проблема характерна не только для нашего города, а вообще для сельских территорий, для всех муниципалитетов нашей области. На 2024 год задач много. Привлекать молодежь в профессию – одна из них. Из грандиозных – капитальный ремонт 8-й школы, открытие кванториума в 9-й. На базе существующих школ продолжат создавать дополнительные места. В образовательных организациях обновят материально-техническую базу. А сегодня в адрес педагогов и наставников звучат благодарственные слова за верность профессии.